Всем привет! Мы находимся в Уфе, и сегодня день, когда мы будем здесь немножко чупить. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас мы подходим к местному магазину, где продают краску. Опа! А вот он. Рафаэль Медов. Кстати, Раф очень крутой чувак, мы с ним знакомы лет 10, со времен ВКонтакте, когда еще были онлайн-батлы. И впервые встретились вживую, будем делать совместную стенку. Цинк! Ваши мысли насчет Чебоксар? Такой же, как Уфа. Со словами, со слухами. Рубрика «Обзор спота». Мы находимся в уфимском споте. Как он называется? Не знаю, на Советского 100. Спот на Советского 100. Ну, если честно, хороших кусков немного. Есть какие-то новенькие, более-менее, но из них тоже супер хороших почти что нет. Наверное, объявляю лучшим куском на этом споте вот этот кусок сумо. Все остальные какие-то такие по качеству средненькие. Как-то вот так. Прикольный спот, он находится прям вот где-то вот здесь находится прокуратура, здесь находится МВД, там находится отдел полиции. Так что примерно вот в такой атмосфере мы сегодня будем рисовать. Ладно, короче, рассказываю историю. Вот с этими банками один раз мы были на заказе. И был коммерческий заказ, большое, короче, помещение мы расписывали. Вот. И вот такая у меня была банка с краской. Мы этой банкой с краской писали какие-то надписи на стенке. И внизу под нами была какая-то дорогущая плитка за 70 косарей за одну плитку плесеневую. Вот это какая-то итальянская дорогая плитка. Блять. И я, короче, беру эту банку и начинаю ее вот так вот, короче, трясти изо всех сил. Причем, я не знаю зачем, я ее сначала перевернул вверх ногами. Ну, типа, думаю, бля, так лучше будет перетрястись. Короче, перевернул. У меня крышка снизу нахуй открывается. И вот такая огромная лужа, блядь, на итальянской какой-то дорогущей плитке. Хорошо, это была не эмаль, а ну, водомулища какая-то. И она типа оттиралась водой. Но если бы это была эмаль, то я не знаю, что бы сделал. Вот. Самое интересное, что у нас там были буквально какие-то полчаса, чтобы это все оттереть, чтобы заказчик не пришел и не обнаружил. Рубрика «Вопрос-ответ». Как граффити-художник стал дизайнером? Блядь, хороший вопрос. Так сложилась жизнь. Это все разные городские тусовки, когда ты выходишь в общество, и появляется какой-то другой запрос, а тебе нужны деньги, чтобы не умереть с голода. Ты начинаешь делать все, что тебя попросят сделать. Вот. Просто на дизайн запроса было больше. То есть, получается, ты-то только ради денег? Ну, возможно, и так. Вот. Но на самом деле, типа, во всем можно винить Сейна, потому что это он начал нас учить работать в Векторе. Бля, Сейн вообще урод. Будем Сианы. Ты не знаешь Сианы? Вообще не более. Как они самый топ на метку, типа они такого среднего качества, типа они ну, не считаются профессиональными. До 100 рублей. Just wanna run away, but all I ever do is run away. The tears I cry because.
То есть ты вот реально хочешь сказать, что эти вот эти вот рисульки кому-то нужны? Нет. Я вообще не знаю. The most terrible hell is not the flames, it's the hopelessness. And I think that is the part of hell that a person in depression. Проблема в том, что я хотел сделать небольшой кусок, а мы закупили не так много краски, а краски в магазине больше не осталось, а кусок в итоге получился огромный, метров шесть, наверное, получился в итоге. Вот. Так что сейчас буду заливать слегка, чтобы не тратить особо краски. Самый дорогой проект. Самый дорогой проект — это водка, наверное. Сколько ты на ней зарубил? Достаточно. Давай, неудобные вопросы, значит, нужно отвечать. Сам просил. Суммарно где-то 1 000 000, наверное. Круто. И где эти деньги сейчас? Там не все, там часть. Мы же слетали. Налоги платим? Платим. С водки каждый процент. Угу, отлично. Остальное потом. Молчи. Знаете, кстати, на росписи, когда мы с Машей расписывали луну, этот волк, смотрите, на рутубе. Короче, этот, я Машу тоже доебывал неудобными вопросами, типа, платишь ли ты влоги? И там была фраза, типа, что мы вместе сядем. Я видела, превью было. Да-да-да. Это вообще, типа, нужно снимать 4, но, походу, нужно снимать штук 8 в месяц. А я еще хочу для Ютуба снимать что-нибудь, чтобы просто там активы побольше. Что вот делать? Рубрики «Вопрос-ответ». Как классическая художница, которая делала картинки из Пинтереста, стала расписывать стены? Тоже ради денег, скорее. Потому что расписывать стены, на мой счет, это не женский труд. Это очень сложно, потому что нужно постоянно стоять. Ну, вообще, я сравниваю с фасадами. На фасадах это точно не женская тема, расписывать фасады, потому что, допустим, у нас была роспись 12-этажного здания, а сам вот этот вот, я забыла, манипулятор с люлькой, он до 9 этажа. И там вот эта вот палка, она X3, то есть 3 таких палки, и ты вот так вот все это делаешь. Таскаешь тяжелые баллоны с краской, потому что объемы стен огромные. Поэтому если расписывать стены, это только маленькие площади, типа максимум 20 квадратов. И брать с собой 5 мужиков. Это тут мужской. Кстати, да, Саша мне помогает.
У меня нет такого. Вообще у меня есть такая проблема, что я, бывает, начинаю делаю первую букву, делаю ее после конца, а потом постою. Привет. Так, шел третий час, как мы рисуем эту стеночку. Я думаю, мы где-то на 65-70%, как мы закончили. Вот. Рафаэль занимается тем, что он подрезает подрезки, делает контура. А мы закрашиваем и выдрачиваем мелкие элементы. О, у меня буква съехала. Дырочка должна была быть ниже. Ладно, сделаем ее больше. Или вообще вот так она должна быть. Ах. Примерно вот до такой степени мы выдрачиваем кусок, чтобы у нас был слегка такой неряшливый контур у персонажа и четкий контур букв. Вот, только посмотрите на эти линии, господи, какой что-то похоже на трайбл. Короче, у нас возникла небольшая проблема, мы просто не достаем, да, верха куска, и поэтому нам приходится использовать некоторые секретные лайфхаки. Просто берем баночку, вот так вот, оп, оп, вот так вот, оп. Someone for one opportunity. Back into the hole, then I try to climb out of the